Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Honor 20 Lite сбросить настройки сети. Мы заходим в настройки, опускаемся до пункта системы и обновления, сброс настроек сети. И важно, если вы их сбросите, то ваш телефон забудет абсолютно все подключенные ранее точки Wi-Fi. Если вы не помните пароли, то, скорее всего, этого лучше не делать. Но если хотите, нажимаем «Сброс настроек сети», вводим пароль. Еще раз нажимаем «Сброс настроек сети». Появляется надпись, которая означает, что операция прошла успешно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!